Я рекомендую вам попробовать на вкус этот напиток как спрайт или фанта. Два рецепта, только без красителей и всякой химии. Приступим. Нам потребуется лимоны 1 штук. Если хотите делать спрайт, можно даже половинку, наверное. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Лимон 0,5-1 штуки, апельсин 1 штука, сахар 1-2 столовые ложек, или по вкусу, вода 2 литра, с газом или без, количество порций 5-7. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем пока!